На заводах силовых машин работают настоящие мужчины. Они не только мастера своего дела, но и прекрасные отцы. Мы спросили их детей, как они думают, чем же их папа занимается на работе. Мой папа работает мастером участка. Сдает задания рабочим. Он работает металлорубом. Делает большие турбины. Он работает сварщиком. Сначала он работал кузнецом, теперь он работает... Ну, этим, который руководит всеми, но не директор. Его зовут Сергей. Он работает на силовых машинах и работает еще на тракторе, чистит заправочки и получает денежки. Его зовут Сережа. Он помогает другим рабочим строить ротора и турбины. Мне папа рассказал, что без него нигде не могут. Папа работает на заводе, точит детали. Он делает котельное оборудование для электростанции. Как папа выглядит на работе? Собственная форма. А голубая, серая. Сзади написано у нас силовые машины. Ну, свалка, маска. У него есть рабочая форма, костюм и каска. Там вышит значок «Силовые машины». У папы сложная работа? Да, сложная. Он же приходит домой уставшим и приезжает ночью. Угу. Там мелкие детали очень бывают. Некоторые могут иногда отвалиться, а один рабочий не может. Глядите, не будет света, электричества. Опишите папу. Мой папа добрый, веселый, умный, хороший, позитивный, сильный, веселый, добрый, чувствует, сильный, старается, веселый, бесстрашный, добрый, счастливый. Я работаю фрезеровщиком на заводе «Электросила». Работаю на Таганровском заводе «Красный котельщик» котельщиком. О! Работаю мастером на турбоатомгазе. Я работаю инженером по инструменту на Ленинградском металлическом заводе. Я шлифовщик на производстве турбинных лопаток. Я работаю электросварщиком на заводе «Электросила». Я работаю слесарем на Ленинградском металлическом заводе. Я работаю в планово-диспетчерском отделе производства турбинных лопаток.